Что там? Что-то произошло. Почему-то выключилось. Странно. Я же очистил все. Ну, может это я не включу. Ну, я же но я арбуз ем. Ну, значит, обратно такая будет. Там много чего-то и говорил, уже забыл. Такая хорошая фигня. А че голова забита? Всякой фигней. Да. Подсознание надо очищать. Не, ну, коктейль нормальный. Коктейль. Шоколадный. Король. Крутота. Вкус на совершенно шоколадное мороженое. Собаки лают на луну. Прикольно, не хочу начать. Но будет такое, что я все равно буду закидывать. Да, значит, у меня ветер. А хейтеры не, хоть кого будет хейтер, но то не хейтеры. Мне кажется, у них собачка погибла. И нету боль, хотят на нас, блогеров. Мы-то Тане тоже всякую шнягу писали. Кстати, ну я только узнал после того, как она погибла. Я даже не знал. Не, может быть и так. Мимолетно. Может так это. Не обращал на нее внимания. Даже Скай придет по счастью ее. Песенки сочиняют. Ну, молодцы. Да вот на беречь голову, плечи. Голова и плечи. Господи, прости. Прости. Голова и плечи. Да, много. Много непонятных мыслей. Вообще много. Много. Вообще много непонятных вещей происходит в голове. Бум насекомых. Бум продолжения. Ну да, она пишет, что у меня ролики стали скучные. Но я же живой человек. Мне тоже и больно, и хорошо, и кайфово.
А еще у меня брат умер. Царство небесное. Кстати, короче, это... У меня такое ощущение, как будто он спит, храпит. Вот это. Ну, может, приходит сюда поспать. Ладненько, давайте. Демагогию не буду тут разводить. Удачи, всех обожаю, люблю, всем пока.